1 июня колымчане начали получать единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Таких жителей области почти 22 тысячи. Первый день лета средства на счет поступят только тем родителям, которые подали заявление до 22 мая включительно. Заявление рассматривают в течение 5 рабочих дней, а деньги перечислят в пределах 3. Таким образом, срок 8 дней. В некоторых случаях он может быть уменьшен. Это касается всех заявлений, в том числе поданных в выходные. Например, если заявление ушло с 23 мая, суббота, по 25 мая, понедельник, то рассматривают его до 29 мая, а деньги перечислят 2 июня. На сегодняшний день подано 8507 заявлений. Из них 8323 положительное решение, и выплата всем вот этим семьям сегодня пошла. 1 июня по указу начала выплаты обозначено этой датой сегодняшней. И сегодня все наши партнеры, и федеральное казначейство, и банки сработали, надо сказать, на ура. Прям огромное спасибо всем, потому что еще до обеда у нас уже стала поступать информация, что полностью все реестры отработаны и средства всем семьям, опять же, с положительным решением, все они получены. Если в выплате отказали, родитель получит соответствующее уведомление в течение 1 рабочего дня после того, как заявление рассмотрели. Деньги перечисляют только на счет родителя, от имени которого подается заявление. Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией.